Ребята, всем привет! Всем привет! Это моя сестра Маша. Кто еще не знает, то знакомьтесь. Это второе наше видео с тобой совместное, да? Да, первое у нас было болтушки сестры. Кто еще не видел, вот здесь будет ссылочка. И сегодня мы решили с Машей накрасить друг друга или кто-то, кого-то одного из нас, да? Ну, скорее всего, мы вдвоем будем друг друга одновременно красить закрытыми глазами. Закрытыми глазами. Но сейчас я больше склоняюсь к тому, что мы с тобой поспорили на Юзефа. И тот, кто проиграет, того и красим. Ребят, у нас здесь косметика. Сейчас покажу вам. Вот она. Это все наше богатство. И сейчас мы начнем друг друга малювать, да? Давай. Так что, погнали? Да, ребят, мы сейчас с Машей без косметики, да? Не накрашены, потому что мы еще не знаем, кто из нас выиграет, кто проиграет и кто кого будет вообще рисовать. Перед всем этим подписывайтесь на мой инстаграм, ссылочка будет в описании, потому что там много разных фоток, много классных разных постов, которые вам понравятся, классные истории. Буду чаще проводить для вас прямые трансляции и буду много с вами общаться, так что ссылочка в описании. 3, 2, 1. Юзефа. Первые не ножницы. Юзефа. Ты проиграла, значит, я тебя крашу. Да, давай. Блин, так быстро все произошло. Я даже красила закрытыми у тебя глазами, значит, да? Да. Только повернись ко мне, чтобы я, да, немного так. Ой, вот, только сюда. Так, конечно, это будет сложно. Эй, ну ничего, мои девочки с тобой сильные. Так, я закрываю глаза, только ты не будешь мне подсказывать, что я беру не так или что это, хорошо? Я обещаю не выглядывать. Так, первым мы делаем тональный крем. Да, правильно. Ну, эмоции только проверяю. Так. Ты чувствуешь? Чуть. Оно капнуло? Я просто не понимаю. Ай, блин. Руками? Давай мы тебе нарисуем брови. Брови. Давай. Карандаш для бровей где? Нет, не то. Как? А, у тебя тут есть? Ну как? Не, не то. Не да, то, я должна делать тем, что я вижу. Блин, что я там делаю-то? Ой, шикарно. Друзья. Ой, фу. Ты на шею намазала. Я хочу тебе сделать скулы. А, нет, тени, глаза. Это тени? Ага. Да. Я не знаю, где какая кисточка, не знаю, где какие тени. Вот. Закрывай глаза. Ребята, я еще таким никогда не занималась. Это будет нормально получается. Записывайтесь на макияж с Кикименко. Ребята, у меня будет скоро открытая реальная запись на макияж. Я хочу тебе нарисовать стрелки. Где этот лайнер? Какой? Черный какой здесь. Найдется, да. Это вот тоненький конец или такой треугольный? Это тоненький. О. Так. Ребята, говори реально. Макияж от Настюши. Это лучше будет. Я нарисовала? Еще бы хотела тебе, знаешь, сделать? Я бы тебе хотела бы брови закрепить. Ой, чем? А где этот? Ой. Кто? Гель для бровей. Кто? Где он? Да, вот, да. Так, брови ты мне красила, да? Так, я тебе, знаешь, что? Я тебе должна сделать скулы. Один скулы. Так, кисточку. Блин. Не молчи, это. Не молчи, я твою боюсь. Поворачивайся другой стороной. Овал лица, да? Да, да. Ну, скульптурирование. Да. Я бы с ума сошла. О, сейчас не попаду. Попала? Нет, блин. О, блин, ты что такая промашистая? Другой дай, блин. Другой глаз. Нормально? А что ты мне щеки рисуешь? Щеки? Не говори, что это даже сама. Я случайно. Маша, это не я красивая. Я тебе губки, я на видео, ты капец, вот там страшная. Помаду где, знаешь? Помаду где-то. Где помаду? Да, да. Где она? Вот это. Леди Гаги. Ой, фу, зуб. Конечно, ты на Кароле, если посмотри, там нормально у них? Да. Если я сейчас буду похожа на помаду. Я тебе хочу румянец. Я люблю румянец сделать помадой такой красной. Но не знаю, какого цвета эта помада, поэтому я делаю румянец. Алло, блестки никогда не помешают. Носик. Теперь. Да, глаза красить. Да что ты мне видишь? Ну что, ну я не вижу. Ну что ты мне сделаешь? А можно я открою глаза? Потому что я боюсь. Мать! Ну ты будешь смотреть? Я боюсь. Знаешь, такое чувство, как будто ты мне нанесла и забыла все это растушевать. Сейчас я исправлю, подожди. Не, что ты? Я тебе себе кисточку. Ой, нет. Можно открывать глаза, пожалуйста? Только ты знаешь, что ты не будешь меня бить? Не будешь меня бить? Что-то, блядь, помада какая-то матовая, походу.
Давай. Дай. Это губы красить. Я не вижу, что я крашу, я чувствую. Нормально там? А, что за шума? Все, я открываю. Ой, бедненькая. Давай. Произошло чудо, и я захватила, чтобы меня пошло тоже. А эти стрелки тоже красивые? Я смою, может. Нет, давай краш. Все, ребят, мой макияж закончен, теперь я приступаю. Визажистским способностям. Да. Начать нужно с тонального крема. Это сложно. Так аккуратненько, так нежно. Самая красивая ваша сестра. Самая красивая сестра. Вот это нам не в конце. Красиво, да? Ай! Так. Если ты меня можно не добавить, то я тоже это нет. Тенями. Если ты меня забудешь, то и я в ответ. Если ты меня не любишь, то я тоже не ты. Это что? Это тени, бро. А тени? Ой, да, кистям. Где бровь твоя? Ой. Так, теперь я хочу скульптурировать. Спасибо. Лешу. Мне нравится. Давай другое. Ты это понимаешь уже? Мейкап? Хорош. Ну и говори, скулы, это вообще черт. Вот это скулы выделяем. Давай. Вот носик не скульптурируешь, вот носик вот этого. О-о-о. Беру кисточку. Такая красивая выборка. Ты ж мне там еще глазки, тушь тебе накрасишь, стрелочки сделаешь. Засияем. Хватит кричать на одну мужу. Нихера себе! Вот, Маш, правая идеально, а левая вот у тебя пошла не по плану немного. Сейчас падает, как ми. Давай, давай. А капец, она стоит в стороне. О, ой. О. Ну, Маш, ну ты как-то выглядишь более по-божески, а я прям не знаю. Ну ты выглядишь прям как реально после визажиста. А у меня руки красивые? У тебя очень красивые руки, такая же как и ты. Да, мне на губы надо сейчас это нанести. Ну я красивая. Любой мечтает дотронуться до моих губ. Только дотронуться. Оу! Оу, детка, ты готова пойти со мной на свидание? И вроде все, да? Пополам. Пополам. Все? Да. Ты прямо глянула. Что ты скажешь, моя хорошая? Кашбек, чебурек, будешь, моя хорошая. Напополам заплатимся в кафе с тобой. У кого лучше получится? Мне кажется, у меня получился настоящий азербайджанский макияж. А я какой-то... Деточки, галифунки. Ты смотри, как мне стрелку нарисовала. Ребят, ну что? Мне кажется, что это получилось очень классно. Согласна? У нас теперь, Маш, появится столько с тобой парней, которые готовы нас с тобой захоботать вот прям такими. Так что, ребят, пишите в комментариях, у кого лучше получилось. А мы с Машей будем сейчас снимать всю эту ахинею и снимать для вас новый видосик, потому что теперь видосиков будет в два раза больше. Да? Все, ребят, всем спасибо за просмотр. Мы с моим турком пойдем кукарекать. И всем спасибо за просмотр. И всем пока-пока. Почему я смотрю в экранчик, а не в объектив? Ну, потому что ты дура. И что я касаю? Касаю. Это меня включилось, а не плохо. Ребята. Ну, вам плохо.